Здравствуйте! В эфире программа «Уикенд Навигатор», программа, в которой мы традиционно рассказываем, как интересно и весело провести грядущие выходные. До новогодних длинных праздников остается больше месяца, а значит, мы на финишной прямой. Впереди нас ждут выходные, которые также советую провести с пользой для тела и души. Взглянем на афишу грядущих мероприятий. 1 числа нас ждет сразу 3 спортивных старта. Первый – это соревнования по кудо. Они пройдут на традиционной площадке в спорткомплексе «Олимпия». Зрелищные адреналиновые схватки начнутся в 13:00. Советуем всем прийти, участников будет много, также они приедут из других регионов. Кроме того, пройдет еще один силовой старт. В 10 утра в спортивном комплексе «Спартак» нас ждут соревнования по джиу-джитсу. А любителям красивого спорта лучше всего отправиться в «Уфтекс». Там в фойе второго этажа с 10 утра будет звучать музыка. И пройдут соревнования по танцевальному спорту. Это будет кубок головы города. Обязательно приходите и посмотрите, получите настоящее удовольствие. А об остальных мероприятиях и событиях расскажем поподробнее. Зрелищный спорт для ивановских зрителей. В эту пятницу в 19:00 на арене цирка встретятся бойцы ММА из Иваново и других регионов, чтобы проверить, кто сильнее и отважнее, и кто на что способен ради победы. Зрителей ждет 9 адреналиновых боев. Также организаторы подготовили развлекательную программу для гостей и даже музыкальный сюрприз. Все пожелания прошлых турниров были учтены, и нас с вами ждет по-настоящему крутое спортивное мероприятие. Статусная и очень стильная. Делаем ставки на всех ивановских и на всех спортсменов области. У нас несколько пар будут ивановские и из области между собой. Для того, чтобы выяснить, кто среди них лучше, чтобы на следующем турнире они встречали уже иногородних гостей. Ну а хедлайнеры турнира – это Шарап Газимагомедов, Пулатов Шахзод и Олег Коротков. Олег Коротков, который блестящую карьеру демонстрирует в последнее время, выиграл бой в известном промоушене Fight Nights. Надеюсь, что у себя дома он проведет также хороший бой и одержит победу. Prime MMA возвращается. Ивановцы против сильнейших бойцов России. 5 сражений по правилам ММА. 2 секретных поединка. Победителя определит шестиугольник. 29 ноября, 19:00. Арена цирка. Prime 2. Битва сильных. Впереди большая история. Билеты в кассах цирка и Иваново концерт. 28 ноября у нас открывается интерактивный арт-проект, выставка венецианских масок, которая называется «Венецианский карнавал». На этой выставке представлены маски, ручной работы разных эпох, мастеров Европы, это Италия, Испания, Германия, ну и, конечно же, Россия. По выставке будут проводиться экскурсии. Экскурсии будут бесплатными 2 раза в неделю при наличии входного билета на выставку. Ознакомиться с расписанием экскурсии можно по телефону общего музея, ну и, соответственно, в социальных сетях наших. Также на выставке будут проводиться мастер-классы по украшению масок венецианских. Мы будем их расписывать вручную. Найди того, кто взывает к тебе, и, может, получишь ответы. Ступай на север, через зачарованные земли, за дальний горизонт. Мы пройдем через это вместе. Будь осторожна. Духи будут испытывать тебя на протяжении всего пути. Продолжение нашумевшей кассовой истории «Холодное сердце» ждет нас на этих выходных. Мультик, по отзывам зрителей, получился очень интересный, динамичный и по-настоящему волшебный. Ленте прочит огромную кассу и массовое зрительское признание. Чтобы узнать, чем картина так полюбилась малышам и их родителям, идем в кино. Также в эти выходные зрителей «Формулы А-113» и поклонников творчества «Примадонны» отечественной эстрады ждет большой сюрприз и еще одна премьера. Также на большие экраны выходит очень интересный проект, который называется «Алла Пугачева. Тот самый концерт». Алла Борисовна более 10 лет не выступала, и полгода назад в Кремле состоялся ее юбилейный концерт, билеты на который стоили очень приличные суммы, поэтому, естественно, не все далеко поклонники могли себе это позволить.
А сейчас, когда проект выходит именно в формате кинотеатра, любой желающий может по цене обычного билета прийти и посмотреть. Концерт Аллы Борисовны выходит ограниченным прокатом. На данный момент открыты продажи билетов на субботу и на воскресенье, то есть 30 ноября и 1 декабря. Возможно, будет продление, но пока не точно. Упитанный крошкой енот ждет вас на выставке «Живая планета». Мохнатого можно погладить и почесать ему пузико. Пока зоотехник рассказывает вам о характере животного и его привычках. В зоопарке, который гостит в нашем городе до середины декабря, много удивительных животных, всего 60 видов. И экзотика на каждом шагу. У нас есть лемуры, обезьяны, всякие рептилии, лягушки, жабы, черепашки сухопутные, черепашки водные. Они интересны тем, что можно с ними контактировать, можно с ними сфотографироваться, можно их покормить. Они, у нас много разнообразия животных, и очень редкие есть, и не очень редкие есть, довольно-таки популярные. Вот такой вот капуцинчик Петя есть, с ним можно даже поиграться. Организаторы рассказывают, взрослым даже интереснее, чем детям. И здесь готовы ответить на все ваши вопросы. Плюс посещение выставки – прекрасный способ борьбы с осенней хандрой. Что может быть забавнее, чем енот, который катается верхом на черепахе? 30 ноября в торгово-развлекательном центре «Ясень» пройдет iCity Fest. Это фестиваль уличной культуры, в рамках которого пройдет танцевальный баттл Family Jam от нашей школы, дом танца Итан Family. Будут баттлы, будет мастер-класс по диджеингу от нашего диджея, диджей Дас. Вот, так что будет очень интересно, приходите, всех ждем. Еще пара приглашений на пару интересных мероприятий, и можно отправляться планировать свой уикенд. В эти выходные продолжается фестиваль уникальных людей. Это фестиваль для людей с ограниченными возможностями здоровья. Он проходит с 29 ноября по 3 декабря. И вся активная часть придется именно на эти выходные. Афиша очень плотная. Будут и мастер-классы, и работы интерактивных площадок, и творческие выступления. Следите за афишей и приходите в Центр культуры и отдыха в течение всего дня. Вам обязательно понравится. А в воскресенье в 17.00 грации третьего возраста ждут вас в координационно-методическом центре. Там будет проходить мероприятие по эстетической гимнастике. Это будет концерт, на котором участницы продемонстрируют то, что умеют. А на этом у меня все. Веселых выходных. До свидания.